Я ничего не хочу об этом знать. Все время одна и та же история. Есть еще другое решение. Мы следим. Увидимся позже. Будут одни неприятности. Ты это серьезно? Да знаю я, знаю. Если он будет продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Хуже уже не будет. Лучше всего уладь это дело сам. Я могу сказать тебе об этом раньше. Грязный ворюга! Ну, я тебе помогу! Стой! Ничего. О, моя голова.
У меня нет нужных ингредиентов. У меня нет нужных ингредиентов. У меня нет нужных ингредиентов. Прекрати использовать магию! Невозможно. Последний раз говорю, убери оружие! Я бы предпочел честную драку. Да, это виноморно.
Проклятье. Я ни за что не справлюсь с этим. В чем твоя про... Я не могу продолжать поиски божественных артефактов. Пустынные хищники Храм сложен из древней массивной породы. Но чтобы попасть через ворота в... Расскажи мне больше об этом. Нам нужно... Один я уже нашел в руинах. Почему? Почему? У тебя проблемы с пустынными хищниками? Хищники встречаются повсюду на... Хуже всего, самые безбоязненные из них. Эти твари совершенно не боятся моих воинов и постоянно нападают на мой лагерь. Мне надо вернуться в лагерь. Ты думаешь, я... Ясно. Я привел тебе раба. Ты привел нордмарского воина. Убери его отсюда. По мне. Так иди с... Главное, что... Ты слых... Что ж... С этим разобрались. Я ищу... Так... Что ты ху... Оркам нужны, а... Они... Так что... Исходя из нынешнего... Вот... Послушал бы ты моего совета.
посмотрим. Ну как? Конечно, разделался. Ну, кто бы сомневался. Такими темпами мы скоро всех рабов потеряем. Я... Давай их сюда. Минуточку, а что я с этого буду иметь? Мне нужно выполнить мой заказ. И теперь, когда ключ... Понимаю, в таком случае я... Отдавай ключ... Ты у меня кровью умоешься. Остановись здесь. Хорошо, благодарю, прощай. Ух! Итак, сделано. Дверь открыта. Они ничему не учатся. Твои зубы теперь мои. Thank you.
Я не могу здесь ничего сделать. Я изрублю тебе на куски. Они ничему не учатся. Ну все, я изрублю тебя на куски. Ух. Ну все, молись. Ты не украдешь у меня. Остановись здесь. За мной! Одним меньше. Ты нашел артефакт. Я тебя на куски порву. Остановись здесь. Теперь ты мой. Теперь ты мой.
Теперь ты мой. Отправляйся кормить червей. Отправляйся кормить червей. Ты знаешь. Исчезни! Oh.
Остановись здесь. Теперь ты мой. Они ничему не учатся. Должно быть, они уже убиты. Теперь ты мой. Остановись здесь. Остановись здесь. Они ничему не учатся. Нет. Thank you.
никто ничего от меня не узнает. Вот. А ты был в храме? Покажи-ка, наконец-то. Я добавлю еще такого, как ты. Сказать тебе об этом раньше.
Добро пожаловать к колодцам и штаб. Меня зовут Джакомо. Если хочешь купить воду. Ah!
Стой. Пока ты не станешь другом, вход в город тебе запрещен. Ты не друг, ассасином. Ты не вызываешь у меня доверия. Еще. Ты из Фаринга? Ну да. Хорошо, ты можешь мне помочь. Я гоняюсь за одним вором. Тебе нужна помощь? Да, я гнался за вором вот до этого места. Он удрал в город. Мне мимо орков не прошмыгнуть. Кто этот вор? Толстяк в одежде. Он с юга. Там пустыни не ледяные, а песчаные. Ты имеешь в виду Али? Да, его так зовут. Что украли? Камень предков. Нас... Я... Под... Волшебный камень. И... Кого же обокрал? Меня. Я... Вот. Очень хорошо. Что смог? Войти в пещеру. Я не трус, но чтобы меня прибили, я тоже не хочу. Я возьму камень. И... Там есть одна избушка. Если хочешь, можем пойти. Я... Хорошо? Что ты будешь делать? Я убийца орков из... Я должен обрести силы Сил? Создателей камней предков. Что ты сделал? Для этого мне первым делом нужно его схватить. Но важен не он. Идем. Эти твари просто покоя не дают. О! Божество несчастное. Их еще много? Ну ты ему показал!
А тебе никто и не спохватится. Еще одна вонючая тварь. Божество несчастное. Я тебе помогу. Стой. Я все равно тебя достану. Там ничего нет. О, моя голова. Их еще много? Божество несчастное. Так, это здесь. Вот гробница. Но я туда не войду. Над пещерой есть хижина. Там я пока и останусь.
Пидар, мой хороший друг. Кто лежит в гробнице? Эйнар! Орки напали на него из засады. У него не было шансов остаться в живых, но он забрал... Когда это случилось? Давно, но подвиги Эйнара... Ходят всякие истории. Какие еще? Нет. Я даже не знаю, волшебный этот шлем или нет, если хочешь это вы... Эти твари просто покоя не дают. На камне написано: здесь покоится Эйнар.
Под ним углубление, туда можно что-то вставить. Подходит? Шлем Эйнара у меня. Да, мужество тебе не занимает. Если ты сумел достать шлем, ты носи его. Зачем ты пришел? Я больше не беру учеников. Я ушел из своего клана. Почему ты живешь здесь? На моих руках кровь. Я был одержим мечтой выковать такое оружие, какого еще никогда не бывало. Только из-за этого погиб. Я проклинаю тот день, когда... Что за оружие ты? Меч. Да такой, который куют лишь один раз в жизни. Меч, который из поколения оружие и... Что должны были искать твои ученики? Компоненты, которые были... Я послал их, они заплатили за... Я... А зачем? Золото! А на что мне здесь золото? Можешь мне показать, как выковать? Нет, я не хочу. Если хочешь обучаться, Ингвар, рудоплав клана. Что тебе нужно, чтобы... Мне нужны новые шкуры. Понимаю. 20 шкур волков. Это... Нет, мне нужно еще 10. Я подумал. У меня есть трудно.
Вот. Значит, мы в деле. Хочешь поторговать? Ah! 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 Ah!
А! Как дела? Я беспокоюсь по поводу следов, которые мы нашли. Что за... Саблезубов. Причем, кажется, ты идешь в деревню. Я послал за Багиром, но его кто-то должен позаботиться об... Согласен. Главное, что мы снова... Где вы видели след? Здесь, на холме. Не... Будь осторожен. Мне надо работать.
Я... Наши парни намного легче работают, а он должен... Стой! Не шагу, иначе получишь по шее от моего большого друга. Почему ты меня остановил? Я слежу за тем, чтобы ни один орк не проник в лагерь. Я похож на орка? Да ладно, я просто хотел произвести на тебя впечатление. Не каждый день на твоей стороне такой большой приятель. А голем-то что здесь забыл? Подкрепление для клана. Мы заключили сделку с одним магом. С тех пор, как орки здесь поселились, приходится быть все время начеку. У нас есть еще один. Там, в деревне. Сделку с магом? Он появился здесь внезапно. На нем была черная... Что-нибудь еще запомнил? Да, его глаза. Он был слепой, но казалось, что он все видит. Я рад, что он снова исчез. И что оставил на... Здесь... Его так зовут? Я предпочитаю держаться подальше от магов. Спроси-ка Грима. Он... Кто? Наш предводитель. Он сейчас в своей большой хижине. А что с... Ох, они... Наши охотники даже не могут ходить на охоту. Приходится отправлять большие группы. Дураку понятно, что теперь у нас... Если у тебя есть шкуры, люди... Что-нибудь ищут? Я не знаю. Он замкнулся и совсем перестал... Кто такой Багир? Он самый лучший и опытный охотник, но сейчас он только и знает, что может... Что? Мне? Но если у тебя есть, я и... Вот. Настоящий. Подожди-ка. Возьми-ка вот эти волчьи... Ты пришел, чтобы купить себе хороший клинок? Я хочу научиться ковать. Я никого не об... Ступай в клан Молота. Что ты можешь предложить? Мне правда давно не подвозили новые товары. Покажи мне... Конечно, почему нет? Я об этом подумаю. Если бы это было так просто. Что тебе нужно? Оставь. Конечно, почему нет? Что с тобой? Я стар. Я устал. Можно немножко попа... Пришло время. Заканчивай с этим. Последняя охота, что ты имеешь? Мое время. С чего ты... Я друид и охотник. Я знаю напряжение, но теперь я сыт и устал. Все кончено. Такова природа. Может, тебе и все... Ты... Тебе этого не понять. Я держал верх над белым потрошком. С тех пор я уже часть меня этого. Заканчивай с этим. Значит, ты волк. Таких людей чаще всего нас называют. Ты не знаешь. Заканчивай да. С этим. Он. Ты
если бы... Да. Что это за... Это моё, прежде чем... Конечно, почему нет? Как? Убей потрошителя новым хранителем. Я чувствую, что он еще, если ты... Так почему ты не идешь? Я жду... Кого? Моего преемника. Им станет... Именем трех... Это волк крупнее. Он придет, потому... Я об этом подумаю. Иди. О. Может быть, тебе и все равно. Давай. У старого волка есть... Убей потрошитель. Ладно. Раз... Из этого никогда ничего не выйдет. Верно. Все-таки так дальше продолжаться не нужно. Эй, ты! Тебе нечем занять? Почему? Что не так? Ты не выглядишь особо занятым. Вот что. Что? Я начальник продовольствия на... Что ты делаешь с тем, что отдают? По-разному. А? Мясо. Равнинные жители едят... И... Что ты можешь пред... Почему я должен... Дровосекам за деревней... Возьми 5 медвежьих окороков и отни... Я убил... Я до... У меня есть несколько... Ха? Ты идешь или уходишь? Не то не... Одному там может... Куда ты идешь? По другую сторону горы стоит небольшая охотничья хижина. Замечательный повод поохоть. Ты поп... Больше никак... Стал бы я тогда спрашивать. Но? Он не хочет. Просто сидит и хандрит. Мне... Кажется, замани даже ты целую стаю волков в его лагерь. Хорошо, я... Тебе пора идти. У нас обоих еще будут неприятности.
парень никак не оставит нас. Ты здорово ему показал. Убожество. Еще больше! Убожество! Получается же. Тебе никто и не вспомнит.
хочешь понять? О! Ты с убожества. Эти твари никак не оставят нас. О тебе никто и не вспомнит. Хочешь понять, что ли? Ты здорово ему показал. Тебе и не жалко. Божество. Так, вот мы и пришли. Охотиться лучше всего на севере отсюда. Спать можешь в хижине. Свои шкуры можешь... Что ты собираешь? Останусь. Привет. Привет. Надеюсь, у тебя на хвосте нет орка. Нам уже хватит. У вас неприятно? Да. Они захватили нашу шахту. Мы потеряли много людей. Они даже чертовы орк. Какую шахту? Нашу шахту. Уже много поколений. Но теперь у орков... Новая неприятность.
Что это за печь? Печь старая, как мир. Она была здесь еще до возникновения. Раскаленная лава течет через... Кто такой Ингвар? Ты смеешься надо мной. Ингвар тот и... Чистые заготовки? Обычные заготовки все. И... А только... Рето занимает. Он наш лучший воин. Может, ему понадобится. Остановись здесь. Я тебе голову откручу. Я тебя на куски порву. Прекрати колдовать. Сейчас ты получишь. Умный мальчик. Я тебе голову оторву. Для меня не соперник. Я сломаю твой череп. Этот бой. Со мной связался. Шахта закрыта. Если хочешь попасть к плави, Ингвар наверху. Ксардоса? Хорошо, что ты... А что, если ты под печи орков. Ты и твои люди штурмуют. Где мне найти? У меня лишних не... Хорошо. Я дам тебе в провожатый му... Кто бы говорил? Получается же! Да нет же, нет. Останься здесь. Я сломаю твой черепок.
пошло. Получается же! Соперник. Я раздавлю тебе как... Остановись здесь. Ah!
тянется. А тебя на куски. Нет. Ты трубой не затянется. Это не сраб... Да нет, это не... Это... Нет, нет. Я убью тебя. Тебя на куски. Ты для меня не соперник. Я тебя на куски порву. Остановись здесь. Я оставлю тебя, как червя.
Остановись здесь. Остановись здесь. Остановись здесь, этот бой не затянется. Я тебя на куски порву. Для меня не соперник. Остановись здесь. Я тебя на куски порву.
Да я тебя размажу. Остановись здесь. А! Этот бой не затянется. Теперь ты мой.